Примите поздравления с победой. Вот, еще в традициях ЧПИ. Значит, Чебуту и Юлу мы всегда были ориентированы на победу. Как правило, у нас это получалось, но вот победа в этой спартакиаде, она получилась как бы безоговорочной. В течение 4 дней преподаватели и научные сотрудники высших учебных заведений Урала и Сибири соревновались в 6 видах спорта – волейбол, бадминтон, настольный теннис, плавание, лыжные гонки и эстафеты. В итоге Южно-Уральский госуниверситет занял на спартакиаде первое место. У сборной ЮРГУ впереди большие планы. Уже сейчас готовят спортсменов на следующие соревнования. Мы же, как сказал ректор, должны будем ехать туда полной командой. И мы уже сейчас, вот спартакиада закончилась, мы уже формируем состав на новую спартакиаду. Потому что кто-то говорит, что у него четко будут там дела по защите диссертации, либо еще какие-то важные очень командировки, либо ответственная работа была в этот период времени. Поэтому уже и делаем резерв. Резерв сборной команды. Цель спартакиады – развитие массовой физической культуры и спорта, укрепление связей между вузами, а также пропаганда здорового образа жизни.